Скажите, а это нормально в мае одеваться, как будто бы сентябрь глубокий? Просто даже так мне холодно. Зато у меня новый маникюрчик. Я не делала френч, наверное, 3 года. Кайф. Нежнятина. Ну что, мои хорошие, вы уже, я надеюсь, все настроили ТНТ и ждете выхода нового выпуска шоу «Сокровища императора» в 19:00. Не пропустите. Я рада прям за вас, потому что я, к сожалению, не смогу посмотреть. Сегодня еду на репетицию. Судя по всему, буду смотреть выпуск на Рутюб в ближайшие свободные вечера, которых у меня пока нет. Но вы наслаждайтесь. Сегодня будет такой интересный выпуск, как и все предыдущие. Обсуждаем серию тут. Ну а теперь можно лечь в кроватку, включить Рутюб и посмотреть хотя бы чуть-чуть 9 выпуск «Сокровища императора». Завтра мега длинный сложный день, поэтому не планирую залеживаться. Так перед сном хотя бы часик посмотреть. А то вы посмотрели, а я нет. Good night. Патчи, мокрая голова в кичке. Еду на самчек. Слушайте, мои хорошие, я так сегодня плохо спала. Я так сейчас себя плохо чувствую. То есть у меня какая-то лютая слабость. И видок так себе. Не знаете, с чем это связано? Вы часто спрашиваете у меня, ну и журналисты, как я все успеваю. Я четко планирую свой день, график. У меня расписана каждая минута. И коэффициент полезного действия в сутки у меня больше, чем 100. Вот у меня закончится саундчек, у меня 1.5 часа перерывчик. Я понимаю, что в спортзал я не успею. Но я нашла по навигатору, что рядом студия гидромассажа. И заехала на гидромассаж. И через 20 минут уже буду снова в ЦСКА-арена. Вот так. А что успели сделать вы? На ветку Светки. Светки на ветку. Я уже в ЦСКА-арена. Смотрите, какая у нас гримерка. Просто. Как будто бы, в общем, мы не готовиться будем к премии. А тут можно вот посидеть. Вот. Почилить. Почилить. Вот там столы. Посмотрите. А сейчас вам покажу. А, ну конечно, это же арена. Вот прям тут сцена. Но, наверное, все-таки придется накраситься. Выйти на дорожку, в зал. А еще сегодня я буду выступать с эксклюзивным выступлением. Простите за тавтологию. Так, делаю масочку перед макияжем. Кто там? И микротоки. Кто я? Это... Тогда welcome, конечно. Ох, Митик мне принес покушать. Спасибо. Просто не ела еще целый день. Ну что, у нас финальные штрихи. Свет тут оставляет желать лучшего. Ловите меня на дорожке. Это кто ко мне приехал? Сюрприз, сюрприз. Ты лучше, конечно, меня поешь. Ой, спасибо. О, это прям комплимент. Это комплиментари. Мы пошли в зал. Да. Смотреть концерт. Ждите. Это мы идем на сцену и видим здесь беговые дорожки. Это что, намек? Это как бы, это что? Это намек? Итак, ведущие сейчас Саша и Нюша. Мне сложно быть. И, кстати, они очень неплохо справляются со своей обязанностью. Сложно. Знаешь, громко, ярко, эффектно, очень спокойно. Посмотрите, сколько народу. Сейчас покажу вам ведущих. Я для себя открыл столько много и новых. Вот. И экран. Наши мостонорты, наши эстрады. Красавчик. С каждым годом все больше. Красавчик. И у нас с тобой первый раз сегодня. Первый телеграм, первый же. Моя. Очень классно. Я нервничаю вообще-то. Мне еще выступление сегодня. Слушай, знаешь что? А угадай, кто хедлайнер. Интуицию наших зрителей. Как вы думаете? Как бы без вариантов. Сегодня певцом группы.
Так, ну что, первая номинация, в которой я была представлена, это шоу года. У меня были достойные соперники, спасибо всем, кто голосовал. К сожалению, в этот раз клетку я не забрала. Мы, конечно же, уверены, что через год Полина Сергеевна вернется на эту сцену. Победитель и получит Полина Гагарина. Днем рождения. Всем да, поклонникам Егора Крида посвящается. Артист десятилетия, вот он для вас. И, конечно же, после того, как выйдет мой альбом 28 июня, у меня будет сольный красавчик. Концерт. 40 тысяч человек, которые Воу. Я собираю впервые. Вас я красавчик! Запомнили? Приходите. Какая красивая сила. Грация кошки. Группа года Артгасти. Смотрите, какая красавица, просто. Я счастлива, что бесподобна. Я связана с музыкой. Да, музыка красотка. Всегда, она как воздух. Она худая? Она находится всегда она в самый худая? Нужный момент. А мы нет! Хитмейкер года Джонни шикарно выглядит, красавчик. Его песня в самое сердечко. Начинает комета, заканчивая всеми новыми хитами. Мы тебя любим, Джонни! А ты любишь Джонни, Никит? А ты? А ты? А вы что, Джонни не любите? Любим! Ребята, все эмоции от того, что я испытала только что на сцене позже. Мы готовимся выходить на сцену с моим балетом. Ну как моим? Мы уже моим, мы столько работаем. Балет Аллы Духовой Тудос. Что, кому как, мы готовы? Конечно! Да. Ждите. Вот он. Красавчик. Где твоя награда? Покажи. У меня вот коллаборация года. Вот она. На самом деле, хочу сказать спасибо тебе, Олечка, потому что столько раз, сколько ты подняла нас в чарты, ты подняла нас с колен. А сегодня не лето, со сцены ты поднимал. И ваша новая песня тоже очень крутая. Вообще, мне очень нравится ваш коллективчик. Ага, и она мне... Песня не зашла новая, блядь. Она сначала не зашла, я ее распробовала. Ведь я тоже не сразу всем зашла, понимаешь? Конечно, ты должна об этом думать. Тоже не забывай. А, должна думать. Да. Я пойду подумаю тогда. Дайте подумать. Поздравляю. Давай, я тебя тоже.